слышно. Доброе утро, Красноярск! Здравствуйте, студия! Напоминаю, что сегодня мы постигаем набор чего? Набор упражнений под названием «Ягодка» для тех, кому находится в бархатном возрасте, для тех, кого осень рыжая подруга. Вот. И были у нас сегодня с утра прекрасные преподавательницы, которые сказали, у нас уже звонит звонок, пора к чему? К доске, к указке, поэтому, ребята, сами справляйтесь. А мы справимся, мы покажем, поэтому достаем что? Коврики. Коврики, пледы. И располагаемся. Да, начинаем делать комплекс упражнений под названием «Ягодка». К нам присоединилась ягодка Катя. Сонная, красивая, молодая. И наш фарватер, наш сегодняшний кто? Ледокол «Север». Молодость и красота. Оля покажет нам сейчас упражнение. Значит, исходное положение: ноги на ширине плеч. Поднимаем руки наверх, вытягиваем себя. Затем медленно опускаем ладони на пол. Колени при этом нужно держать прямыми. Если совсем уже никак, то нужно согнуть немножко. Согнуть, да. Опускаем ладони. Начинаем проходить ладонями вперед. Вперед. Опускаем таз на пол. Начинаем прогибаться в лопатках назад. При этом не поднимаем плечи, не зажимаем шею. И обратно поднимаем таз. Начинаем проходить руками к ногам и поднимаемся потихоньку, вытягиваем снова руки наверх. Значит, это упражнение помогает нам, растянуть заднюю поверхность бедра, поясницу, да, и укрепить мышцы спины. Следующее упражнение, ложимся на пол. Руки раскрываем в сторону, опустили стопы на пол. Сейчас начинаем поднимать таз, да, и выдыхаем. На вдохе опускаем таз. Приготовились. И выдох. Опускаем вдох. И выдох. И хорошо зажимаем ягодицы и максимально поднимаем таз наверх. А, я забыл зажать ягодицы. Да. И снова. И раз, выдох. Дышим. А ковчик подкручивать, ковчик. Ковчик, да, подкручиваем ковчик и зажимаем ягодицы. Если мне, да, ягодицы уже зажать сложновато. Что делать? А в чем причина? Ну, в том, что уже троих родила, там, сына с армией встретила. Я думаю, в этом не должно быть никаких сложностей. Просто нужно напрячь мышцы ягодичные, ага, хорошо, и поднять при этом наверх таз. Так. И расслабляем на выдохе, на вдохе точнее, опускаем, ага, медленно. И также нужно это упражнение сделать хотя бы 15 раз, да, и под конец на 15 раз нужно задержаться наверху, прям держать. И давить. Ну, максимально, да. И опускаем. То есть, опускаем, да, медленно. То есть это упражнение помогает нам расслабить поясницу и при этом подкачать ягодицы. О. Так что, дорогие телезрительницы, телезрители, качаем ягодицы, вдруг пригодится. Марина, как твои? Спасибо, что спросил, Антон. Все нормально. Спасибо, Антон, за твои включения, за зарядки. Далее давайте прервемся на рекламу.